Начинает Драго первый раунд, пошумим, блядь. Ребят, не перебиваем. Еще раз. Окей. Начинает Драго первый раунд, пошумим, блядь. Завали, пожалуйста, ебальник. Тут не пусть говорят. Ты батлиться хочешь, может? Давай, выходи. Нет, все, ребят, давайте, варежку закрыл. Давайте не перебивать. Все. Ты батлиться хочешь, может? Давай, выходи. Нет, все, ребят, давайте, варежку закрыл. Все, убирай нахуй, заебало дерьмо. Дим, я очень тебя прошу обратиться к своей поддержке. Это не круто. Вот идите вот нормально. Заукивает, да, давайте, ну, это батл, камон. Это напряжение. Дим, я очень тебя прошу обратиться. Предлагаю на этом и закончить, друзья. Я хочу, чтобы судьи вынесли вердикт. Это полная залупа, и Фрешблад не должен такой хуйней страдать. Что происходит, хуй кто поймет. Ребят, во время выступления обоих ребят соблюдайте хотя бы уважение к проекту. Я вас очень прошу, потому что мы с вами не первый раз со многими видимся. Давайте как-то это поадекватнее. Первый, второй раунд. Нормально меня накидало. Что? Че, охуели, что ли, пацаны, блядь? Это зашкварное дерьмо. Эльдар, кто меньше лох? Чур не я. Ты меньше. Лох. То есть, ты подготовился хуже, но, блядь, твой текст мне понравился больше. Нормально меня накидало. Нахуй, съебись. Раунд! А то что? Тихо. Ребят, тихо. Заходите, пообщайтесь, дебил. Потом пообщайтесь. Пустынь, дебил. Дебил. Нахуй, съебись. Раунд! А то что? Не заебал меня нахуй. Поэтому, блядь, тебя не зовут, поэтому. Каждый раз, когда, блядь, я говорю, ты пиздишь. Заебал, блядь. Ребят, я на машине, блядь. Чё ты хочешь? Чё, блядь? Ребят, давайте, тихо. Чё ты, блядь? Ребят, дайте батл закончить. Закончим батл. Спокойся. Ребят, я на машине, блядь! Чё ты хочешь? Чё, блядь? Это неуважение к хип-хопу, которое мы сегодня выскажем. Спасибо судьям и зрителям. И пошел ты нахуй от всего хип-хопа, пошумим, блядь!